Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. Девлет-Гераев I пришел к власти в 1551 году путем переворота. На первый взгляд он представляется безжалостным тираном, узурпатором, человеком, который ради власти готов пойти на все, даже на убийство членов своей семьи. Да, переворот действительно имел место быть, но был ли в действительности все так, как описывает эти события очевидец, близкий друг историограф погибшего хана Сахибагерая Ремаль Хаджи. В прошлой серии мы уже описывали печальную, самую кровавую страницу в истории Крымского ханства, когда предательски был убит один из выдающихся ханов крымско-татарского государства Сахибгерай, а также все его сыновья и внуки. За всеми этими преступлениями, по мнению очевидцев и историков, стоял Девлет-Герай, как лицо заинтересованное. Казалось бы, не только причастность, но и участие в преступлении XVI века для этого Герая очевидно. Но те же самые источники описывают искреннее сожаление и раскаяние нового хана. Казалось бы, цель была достигнута, так почему же он проявил неуместную сентиментальность? Была ли это всего лишь игра или искреннее сожаление и даже горе? Что на самом деле произошло в 1551 году? И как далее складывалась история Крымского ханства? Так был ли Девлет-Герай I убийцей или жертвой сложившихся обстоятельств? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, но если мы обратим внимание на его человеческие качества, поступки, на его увлечения, способности, мы увидим человека невероятной силы воли, щедрого, мудрого, справедливого, а еще любящего сына, мужа и отца, для которого семья занимала главное место. Наверное, гибель крымского хана Сахибагерая и возможная причастность к ней Девлет-Герая сегодня является самой большой загадкой XVI века в Крымском ханстве, которую еще предстоит раскрыть. Девлет-Герай родился в 1512 году, вероятно, в столичном Кыркьере. Его отцом был принц Мубарек-Герай, сын хана Менгли-Герая, а матерью – княжна из рода Ширин, Нурум-Султан, одна из умных и образованных женщин ханства. Но Девлет не знал своего отца. Вскоре после его рождения принц Мубарек-Герай погиб в одном из военных походов. Юная вдова с ребенком осталась при ханском дворе, а вскоре, по обоюдному согласию, вышла замуж за брата мужа, принца Мухаммеда Герая. К тому времени он уже официально наследник на трон. Своему второму мужу она благополучно родила еще нескольких детей, но Девлет всегда занимал в ее жизни особое место. –
Нам неизвестно, как Мухаммед Герай относился к своему пасынку-племяннику. Его имя почти не фигурирует в период его ханства. Известно только то, что детство Девлета прошло во дворце. Он воспитывался и получил блестящее по тем временам образование вместе с остальными ханскими сыновьями. Но всегда оставался лишь вторым сводным братом. А это говорит о том, что в списке потенциальных наследников на трон Девлета не было. Хан Мухаммед четко расставил приоритеты и планировал установить передачу власти только от отца к сыну. Оставаться на вторых ролях было не в характере юного принца, ведь он, как и остальные, был внуком Мингли Герая, а значит равным. Но всякий раз ему мягко напоминали, что родившись на ступеньках трона не означает его получить. По крайней мере, не в его случае. Наверняка были моменты, когда он чувствовал себя обделенным и, возможно, даже неполноценным. По сути, он рос и взрослел в условиях изоляции. Все это не могло не отразиться на характере принца Девлета Герая. Для Девлета Герая все изменилось осенью 1523 года. В ходе заговора в Хаджитархане погиб хан Мухаммед Герай и принц-преемник Бахадир. Заговор обернулся для молодого крымско-татарского государства настоящей смутой и мятежом, который длился несколько месяцев. Остальные члены ханской семьи находились в смертельной опасности. Поспешно Бей объявили новым ханом юного Гази Герая, на которого возложили обязанность защитить хотя бы полуостров от надвигающейся угрозы в лице степняков Ногайской орды. Но последние сломили оборону и буквально хлынули через перешеек в Крым. Нурум Султан с принцем Девлетом и младшими детьми успели укрыться в неприступном городе Эскехрым и благополучно пережить погромы воинов Ногайской орды. Именно в те неспокойные для страны дни мать пообещала Девлету приложить все усилия, чтобы изменить его положение и в ближайшем будущем продвинуть к трону. Возможно, по этой причине она вынуждена согласилась выйти замуж за нового хана Саадета Герая. Однако третий брак для Нурум Султан скорее был фиктивным. Саадет Герай испытывал больше симпатии к другой своей супруге Ширинбек и тоже вдове еще одного брата Калги Ахмеда Герая. Но спустя 7 лет она приняла участие в заговоре против мужа, и Саадет выслал ее в крепость Жан-Керме. Именно в этот период Нурум Султан снова выходит на историческую арену. Она сближается с мужем ради повзрослевшего сына, на которого возлагала большие надежды. Саадет Герай не простил предательства Бахтияру Ширинскому и фактически уничтожил его семью. Всю вину за содеянное остальные беи возложили на Калгу Сахиба Герая, и ему пришлось на время покинуть ханство. Именно в этот период, когда место Калги снова стало вакантным, Нурум Султан убеждает мужа отдать его племяннику и пасынку в одном лице Девлету Гераю. Саадет Герай нуждался в верных людях и согласился. К тому же Девлет взрослел на его глазах, и хан целиком и полностью доверял ему. Итак, в 1531 году 19-летний принц Девлет Герай официально становится вторым лицом в государстве, но ненадолго. Спустя год Саадет Герай, уставший от бесконечных мятежей, неожиданно для всех принимает решение сложить в себя полномочия хана и покидает Крым. Стояла ли за этим решением хана Нурум Султан? Возможно. Ведь последние годы она постоянно находилась рядом с мужем и фактически сосредоточила власть в своих руках. Итак,
Саадет-Герай покидает Крым, но Нурум-Султан и Девлет-Герай не следуют за бывшим ханом. Они остаются в Кыркьере. Возможно, властная ханша вела свою игру. Она вполне могла вступить в переговоры с бейской знатью и убеждать их в целесообразности избрать ханом Девлета-Герая. Она прекрасно знала, что новым ханом, Исламом Гераем, беи не были довольны, а когда беи объявили о повторных выборах хана, у ханши ее сына появилась надежда. Но беи решили иначе. Кандидатуру Девлета они не рассматривали, он был слишком молод, а вот Сахиб Герай, по их мнению, больше подходил на эту роль. Наверняка и мать, и сын были разочарованы результатами выборов. Однако Нурум-Султан убедила Девлета не отчаиваться и дождаться своего часа. Она была уверена, что время придет. И ее старший сын, Девлет-Герай, обязательно станет крымским ханом. А пока он должен оставаться при крымском дворе и по возможности сохранять за собой должность калги. Калга Девлет-Герай был среди немногих своих родственников, которые встречал у Ор-Капы нового хана. Здесь стоит отметить, что Девлета никто не готовил к трудностям и тонкостям внутренней политики и дипломатии. К тому же он был слишком молод для того, чтобы скрывать свои эмоции, а Сахиб-Герай проницательным, чтобы с первого дня увидеть в племяннике потенциальную угрозу. Еще в Ор-Капы Девлету сообщили, что с него снимают полномочия калги, и он должен передать печать своему родному брату-бунтарю Исламу Гераю. С потерей должности второго лица в государстве значение Девлета как политической фигуры в ханстве снижалось. Напрасно его мать настаивала сохранять холодный рассудок, что бы ни случилось. Но он унаследовал родовую черту Гераев – вспыльчивость. Видимо, эта черта и сыграла с ним злую шутку. Неизвестно, что произошло между новым ханом и Девлетом, но по прибытию в Кыркьер на диван его больше не приглашали. От государственных дел его также отстранили, и вдобавок хан не желал его видеть. А спустя несколько месяцев Сахиб и вовсе заключил его под стражу в крепость. Нур-Султан понадобилось несколько лет, чтобы убедить Сахиба-Герая выпустить сына. А когда это произошло, она лично сопроводила его в Стамбул, но после вернулась в Крым и поселилась в своем имении Бештерек. Все это время она активно поддерживала связь с сыном и сообщала ему обо всем, что происходило в Крымском ханстве. Почти 19 лет Девлет-Герай провел вдали от родины. Большая вероятность, что он жил в имении близ местности Эйюб-Ансари, около Стамбула вместе с дядей Саадетом Гераем. После смерти дяди в 1539 году именно ему переходит в частную собственность имение дяди, которое в дальнейшем становится официальной резиденцией представителей семьи Гераев, когда те по каким-либо причинам посещали османскую столицу. За годы, проведенные в Османской империи, Девлет-Герай знакомится с военно-административным устройством страны османов и механизмом формирования ее политики. Годы, проведенные в Стамбуле, не прошли бесследно для принца. У него образовался свой круг общения, в частности, из первых лиц благородных османских фамилий, а также из османского дивана, в частности, с великим визирем Рустемом Пашой. Последний был заинтересован в дружбе еще одного Герая. Конечно, ничего общего между этими людьми не было. Девлет был представителем правящей династии, независимого соседнего крымского ханства. Тогда как Рустем-паша, будучи то ли боснийцем, то ли хорватом, сам пожелал вступить в ряды османской армии, принял ислам и продвинулся по служебной лестнице до должности великого визиря только благодаря своей хитрости и умению плести интриги. Так что этих людей объединяли только общие интересы.
Девлет нуждался в поддержке османского султана, в чем ему мог помочь великий визирь, а Рустем-паша мечтал иметь ручного хана в соседней стране, которую можно было бы использовать в военных походах. Но главное, его оскорбляло отношение действующего хана Сахибагирая. Последний просто игнорировал нового визиря. На протяжении долгих лет Рустем-паша интриговал против крымского хана. Он пытался настроить против него султана. Но Сулейман слишком хорошо знал Сахиба, своего родственника и союзника. Они доверяли друг другу и уважали. Так что требовались очень веские аргументы, чтобы пошатнуть в глазах султана престиж Сахибагирая. И только спустя почти 7 лет они появились. Путем подкупа кифинских беев Рустем-паша сфабриковал заговор, в котором крымский хан якобы задумал освободить город Кефе от присутствия в нем османов. А следовательно, впервые за более чем 70 лет нарушил договоренности между крымским ханством и Османской империей. Ко всему добавился отказ хана выступить в союзе с османами в персидский поход. Кефе для Сулеймана был важным и щепетильным вопросом. Рустем-паша добился своего. Теперь его целью было убедить султана помочь Девлет-Угираю взойти на трон в ханстве, а заодно приобрести верного союзника и соседа. Ведь Сахибагирай уже доказал, что на него в случае опасности нельзя полагаться. Но устроить переворот власти в чужой стране было не так просто. Дело в том, что в Крыму Сахиб уже знал о больших планах Рустема-паши. Ему искренне было жаль, что в заговор был вовлечен его родной племянник Девлет-Гирай. Чтобы это предотвратить, Сахиб меняет свои планы и вместо своего сына Калгимина-Гирая, которого готовил к ханству в Казани, предлагает этот трон Девлету-Гираю. Сахибу нужно было держать опасного племянника вдалеке от османского двора и одновременно следить за его действиями. Казань подходила как нельзя лучше. Глубокому облегчению хана Девлет-Гирай дал свое согласие. Рустем-паша лично руководил отправкой Девлета-Гирая в ханство. В Стамбуле уже разработали новый план государственного переворота, в ходе которого с помощью некоторых союзников в самом Крыму Девлет должен был быть объявлен новым ханом. Но был ли до конца в интриге Рустема-паши посвящен сам Девлет-Гирай, остается не совсем ясно. Как уже известно, Сахибагирай и все его сыновья были убиты, а жители Крымского ханства оповещены о восшествии на трон нового хана Девлета-Гирая. Никто толком не мог понять, что же произошло в начале рокового 1551 года. Почему Сахибагирай, совершив успешный поход в Кабарду, возвращался домой в траурном катафалке? Что с ним произошло и кто причина всех этих бед? Сам Девлет-Гирай чувствовал себя неуютно после всех этих событий. Существует версия, что в 1551 году Девлет-Гирай был приглашен занять трон в Казани. Через несколько недель после его прибытия в Экерман, сопровождавшие его османские чиновники сообщили, что маршрут Девлета меняется из-за небольших перемен, и ему срочно следует направиться в Бахчисарай. Чтобы сократить путь, Девлет-Гирай на корабле отправляется в Кизлев. И только там ему сообщили об убийстве Сахибагирая. А его окружение и встречавшие его представители рода Мансур присягнули на верность Девлету-Гираю, уже как новому хану.
Конечно же, и сегодня вызывает большие сомнения неосведомленность Девлета Герая о заговоре или даже его прямой причастности. Ведь он так долго ждал этого момента. А еще он долго жил вблизи Османского двора и хорошо усвоил премудрости интриг. А вступив в 1551 году на Крымскую землю, по сути, сдал экзамен на политическую выживаемость. В новом Бахчисарайском дворце Беем из рода Мансур Хаджитаем были убиты все сыновья и внуки его предшественника. Больше не было никого, кто мог бы претендовать на трон в Крыму. Он становился единственным полноправным правителем. Но что в эти дни чувствовал сам Девлет? Спустя 3 дня после похорон ханской семьи в торжественной обстановке на диване Девлет Герай был провозглашен крымским ханом. Своего племянника Бюлюка Герая, которого все источники называют убийцей Сахиба Герая, Девлет провозглашает колгой. Бея Хаджитая Мансурского, убийцу невинных детей, своим указом приравнивает к главе рода Ширин. А убийцу колги Мингерая Ит-Хаджу осыпал подарками и деньгами. Казалось бы, все доказательства причастности к масштабному убийству Девлета были налицо. Но это был лишь очередной ход нового хана. Вскоре Бюлюк-Герай был убит в своих покоях, а остальные убийцы казнены. Девлет официально отомстил за смерть Сахиба Герая. Приход к власти Девлета Герая достаточно противоречив. Все говорит о том, что он был причастен к трагедии 1551 года, и если не прямо, то косвенно, однако он по-своему искупил вину перед бывшим ханом, казнив его убийц. Девлет Герай I усвоил еще один урок – он больше никогда не доверял Стамбулу. Слова, сказанные ему напоследок визирем Рустемом Пашой, он запомнил навсегда. Паша прямо намекнул Девлету, что сегодня он сыграл злую шутку с Сахибом Гераем, а завтра может повторить ее и с ним. Утвердившись на троне, Девлет Герай оценил все преимущества реформ своего предшественника и продолжил его политику.